Всем привет! Многие люди пишут в комментариях один и тот же вопрос. Как можно купить игру на сайте steamog.ru? Некоторым людям, которым скидываю инструкцию в текстовом виде, вообще ничего не помогает. Люди задают некоторые вопросы. У кого-то просят IP, у кого-то какие-то коды на телефон приходят. Я хотел бы показать, как производится покупка и доставка товара. Советую вам сделать это видео на весь экран и посмотреть его в качестве HD. Поехали. Для начала выберем любой дешевый товар. Это же тестовая покупка, чтобы показать вам, как производится оплата. Выбираем Half-Life 2. Внизу есть кнопка «Оплатить товар». Нажимаем на нее. Выбираем валюту. Рубли, доллары, Яндекс.Деньги. У кого кредитная карточка родителей. Выбирайте кредитная карта. Я выбираю 15 русских рублей. Пишу email, нажимаю кнопку «Продолжить». Далее проверяем ваш email еще раз, это очень важно. Нажимаем кнопку «Оплатить». Сразу вам выдается чек. Вы действительно хотите оплатить такой-то товар, счет такой-то? Тогда укажите тип кипера. Когда вы регистрировались на WebMoney, изначально у всех идет стандартный кипер мини. Муравья выбираете кипермини и пишем сразу свою почту. Код с картинки 31, 34, 5. Нажимаем кнопку «Далее». Кошелек. Сумма. Последний момент. Платеж подтверждаю или отказываюсь от платежа. Но если мы сюда дошли, значит мы платеж подтверждаем. Платеж подтвердился. Оплата в пользу продавца выполнена. Нажимаем вернуться к продавцу. Все, мы товар получили. Значит, сделаю поближе, чтобы... Вот, ваш оплаченный товар. Логин такой-то, пароль такой-то. Все, кто смотрит это видео, вы можете логин и пароль уже не вводить, потому что... Он уже изменен будет. Когда вы его зайдете, на него проверите. Маленькая просьба. Напишите положительный отзыв. А если у вас что-то не работает, сразу ставьте отрицательный отзыв. Плохо. Вам заменят деньги или вернут товар. Пишем отзыв. Сохранить отзыв. Всем спасибо за то, что посмотрели это видео. Удачных вам покупок. До свидания.